Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании Ideal. Серия ламп F16 на цоколь H1 с температурой свечения 6000 Кельвин. Поставляется в фирменной упаковке комплект ламп. Внутри находятся две светодиодные лампы. Лампы мощностью, как заявляет производитель, 40 Вт каждая лампа. На лампах используется по 6 светодиодов высокой интенсивности. Корпус практически полностью из металла, кроме посадочного цоколя. Имеется две системы охлаждения, активная в виде кулера и пассивная в виде радиатора. Подключаются лампы на питание 12 вольт с помощью стандартных проводов. На проводе подключения есть небольшой драйвер, герметично заклеен, пыль и влага защищен. Вторая лампа абсолютно идентичная. Одну из ламп мы сейчас подключим на 12 вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем 12 вольт. Лампа загорается. Отсвечивает очень и очень ярко. Цветовая температура слегка с голубым оттенком. 6000 Кельвин, напомню, заявлено. Мощность около 40 Вт на каждой лампе. Мощность светового потока около 4500 люмен, как заявляет производитель. Лампы очень мощные, светят ярко, поэтому обязательно после установки в любой автомобиль нужно выставлять правильную светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. При покупке на комплект ламп обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.